Всем доброго времени суток. Ну вот, девочки, я, как обещала, снять вам мой прекрасный цветок карелию, который уже зацвел. Ну, правда, не все. Здесь вот на подходе цветочки, а эти уже начали цвести. Вот посмотрите, какая прелесть. Ну, что я хочу сказать. Вот те растения, которые остались с прошлого года, вот как этот, он как бы не новый, они, ну, будем говорить, вот в них нет такой жизненной силы большой. Ну вот смотрите, а там в горшочке уже начинают проклевываться маленькие растения, и они вот дадут новую жизнь. Они будут очень хорошо цвести, когда повзрослеют. Почему я их и рассаживаю в отдельные горшки, чтобы они набирали силу. Вот этот из новых, вот этот цветочек, он был как бы выращен именно из вот этого маленького цветочка. И посмотрите, какая чудесная вещь. Он просто бесподобен. Здесь нужно его как-то... Он еще не раскрылся, подкормлю я его. И я так думаю, что вот их два, и они мешают друг другу. Поэтому, естественно, что он должен расти один. Вот так, как этот. Он, здесь стоит моя картина. Немножко еще не законченная, но думаю, сегодня я ее закончу. Так что вот смотрите, какая красота. Сейчас те малютки подросли, которые я рассаживала, и они уже такие маленькие, они, правда, стоят у меня в другой комнате, и они начали уже давать бутоны, и такие прям мясистые, красивые, шикарные. Так что рекомендую завести эту прекрасную, чудную карелию. А вам всем здоровья, пока-пока!